Всем привет, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать КМС WordPress, урок номер 24. Это будет очень полезный и интересный урок, особенно для новичков. В этом уроке мы с вами будем рассматривать так называемый метабокс в плагине Yoast SEO. Давайте посмотрим, что это. Сначала мы перейдем с вами в записи. Если мы создадим запись или зайдем в любую другую запись, уже созданную, да, то у нас после установки плагина Yoast SEO появляется вот такой вот метабокс, такая плашечка. При развороте мы видим всевозможные настройки. Дальше от US SEO вот здесь вот в блоке публикации подставляется два параметра, на которые мы будем ориентироваться. Читабельность и SEO. Посмотрим дальше, что это такое. Также вот здесь вот в списке всех записей появляются такие иконочки очень полезные. Если мы на них наведем мышь, то там всплывает подсказочка. Количество внутренних ссылок в этом сообщении и вот показано, да, в каких вот э, записях есть ссылки. Следующая иконка показывает число внутренних ссылок, ссылающихся на эту запись, да, тоже есть. Где ноль, там ноль. И вот классная вещь тоже оценка SEO и вот такими кругляшами идет оценка при наведении. Мы можем видеть, написано у нас Фокусное ключевое слово не установлено. Позже разберем, что это такое. И есть такая вот иконка, оценка читабельности. Да? И у нас есть красный, оранжевый. Но желательно нужно, чтобы был такой зеленый, когда все хорошо, при наведении написано хорошо. То есть мы будем загонять запись в так называемую зеленую зону. Когда у нас будет здесь. Вот видите, вот здесь вот у меня я одну статью уже подготовил. То есть, вот здесь, вот напротив, оценка SEO зеленая, зеленая. То есть с точки зрения SEO именно эта запись максимально классно настроена для поисковика Google. Вообще, US SEO сделали забугорные ребята, да? И, конечно же, они его затачивали под поисковую систему Google, не для Яндекса. Но Яндекс копирует Google, да, он пытается быть на него похожим, пытается, возможно, быть даже лучше его, но пока не очень получается. Но он как бы старается следить за Гуглом и перенимает все его фишки, которые там, наверное, создаются новые какие-то инструменты. Он это все копирует. Соответственно, если для Google мы настроили SEO-оптимизацию плагинами Yoast SEO, значит, и, скорее всего, и в Яндексе тоже будет все хорошо. То есть настроенные SEO записи будут также легко заходить в топы Яндекса, так же как и в Google. Потом, если мы откроем с вами статью, вот этот редактор, куда мы с вами пишем саму статью, Yoast SEO хорошо понимает, но Yoast SEO скорее всего, будет плохо понимать всякие композеры, билдеры и шорт-коды. То есть, если вы красиво оформили статью, то есть внешне она на сайте будет выглядеть красиво, со всякими там сплывашками, там анимашками, блоками, цитатами, там что-то оформлено шорт-кодом или композером или билдером, то, скорее всего, US seo не будет понимать и не сможет оценить именно с точки зрения SEO. То есть имейте это в виду. Также преимущество данного плагина US SEO, то что мы можем настроить SEO не только для записи, но и для рубрик. Если мы зайдем с вами в рубрики, во-первых, здесь тоже есть такие значки оценка SEO, оценка читабельности. Если мы зайдем внутрь, то здесь тоже внизу есть метабокс. Соответственно, на страницах тоже есть все иконки и тоже есть метабоксы. Что не может не радовать. Теперь давайте посмотрим сначала ту запись, которую я подготовил к этому уроку, у которой э, все хорошо. Видите, значки зеленые. Перейдем в эту запись. Когда вы будете тестировать и пробовать э, все вот это вот метабокс после создания успешных вот таких вот статей и записей нескольких штук, вы практически будете уже SEO-профессионалом на самом деле. Потому что он... Вот этот вот плагин все очень хорошо подсказывает, что нужно сделать на самом деле, да, то есть, вот это все идут подсказки. А вот, кстати, еще один момент, я хочу сказать, прежде чем мы начнем смотреть уже сам метабокс. Если ваша запись включает в себя несколько рубрик, например, вот так то у нас есть возможность в хлебной крошке указать главную рубрику. Видите, как только я выбрал рубрику видео, у меня загорается напротив, ссылка сделать первичным. То есть, смотрите, давайте сейчас посмотрим. Вот у нас запись, да? Демо-запись 2. Дорогие мои друзья. Ну, это такой тестовый заголовок. Давайте посмотрим. Главная страница. Вот она, демо-запись. Если мы внутрь перейдем, то в хлебных крошках показана рубрика «Музыка». Да? Но если нам нужно сделать главное видео, то мы можем вот здесь вот кликнуть «Сделать главный», то есть «Основной», и обновиться. И после обновления вот здесь вот меняется в хлебных крошках. Вы сами это видите. Тоже прикольная фича для нашего блога от плагина US SEO. Я верну назад, у меня рубрика только одна. Итак, вы можете видеть, что у меня вот здесь вот все загнано в зеленую зону. Вот эти иконочки, плагин, логотип US SEO, да, зеленым светится и написано хорошо. После этого вы можете статью публиковать уже для всего интернета, когда, ну, естественно, если ваш сайт в интернете. Сначала вы ее готовите, изучаете, пробуйте То есть, смотрите, здесь раскрываются все, так сказать, секреты SEO. Сколько текста нужно, да? Сколько ссылок нужно? Какой должен быть здесь параметр важный, который должен повторяться? Плотность, тошнота ключевых слов и так далее. Все здесь показывается очень наглядно и очень простым языком. Потому что без этого плагина несколько размыто для всех нас, что такое SEO и как это сделать максимально близко по правилам, да, чтобы, естественно, наша запись зашла в топ без каких-то лишних потом телодвижений, там, покупания рекламы, рекламирования нашего сайта за деньги там, в директе или в какой-то социальной сети, да, мы можем вылезти в топ за счет хорошей SEO-оптимизации. Но вы должны понимать, что нельзя настроить одну запись и она зайдет в топ, если ваш сайт толком не настроен. То есть все категории, рубрики тоже нужно задавать, там описание, все должно быть уникальным, да, страницы все, семантику, все должно быть на сайте в гармонии быть, только тогда будут заходить записи. Отдельная какая-то запись на плохо оптимизированном самом сайте, конечно, она не зайдет в топ. Ну давайте смотреть... Сначала мы с вами смотрим вкладку «Читабельность». Естественно, здесь у меня все хорошо. Потому что я уже это подготовил, настроил. Вот у вас должно быть то же самое. Видите, дабы все на русском, поэтому проблем никаких не будет. Количество слов после каждого подзаголовка не превышает рекомендуемый максимум 300 слов. И это правильно. То есть, смотрите, даже количество слов, вот заголовка H2, да, тоже влияет. Чтобы не было слишком длинный абзац, прежде чем будет какой-то подзаголовок. То есть, вот такие вот нюансы. Также здесь обращайте внимание вот на такие подсказочки. Они на русском языке. Тоже есть прикольная вещь. Смотрите, 15,4% из предложений содержит более чем 20 слов, что меньше или равно рекомендуемому максимуму. И тут глазик. Если мы сюда кликнем, то сразу фиолетовым подсвечивается наш текст. Конечно, здесь текст просто продублирован, однотипный. Конечно, вначале будет вам сложно написать в текст и все здесь загнать в зеленую зону. Но буквально несколько записей такие сделайте, и вы будете уже понимать, как работает вся оптимизация. Это очень крутой плагин, это очень крутая вещь, поверьте мне. А у вас здесь будут гореть, вот у меня все хорошо, а будут гореть оранжевые, там красные точки. Вот, например, зайдем в какую-нибудь неоптимизированную статью, то есть вообще без текста. Обратите внимание, у вас в начале, возможно, будет примерно вот так, проблема, то есть красные точки мы обязательно исправляем, и оранжевые это желательно улучшить тоже. Ну и здесь тоже куча проблем, здесь тоже, видите, ничего не готово, ну, конечно, тут статьи даже нет. То есть вот именно подгонять, следуя вот этим подсказочкам, вы уже будете самостоятельно, да, чтобы не растягивать урок. Потому что я сейчас постараюсь объяснить дальше про метабокс. Я думаю, здесь вы разберетесь так же, как я разобрался. Потому что это, в принципе, несложно, благодаря вот этим подсказочкам. Но если все же будут вопросы, пишите в комментариях, если не получится. Я лишь вам вот что скажу. Есть такой один тут нюанс. Я пытался идеально подогнать, чтобы не было никаких проблем, никаких рекомендаций, чтобы все было хорошо. Именно вот в этой статье. И все же у меня на вкладке а ключевое слово, вот здесь вот одно, один момент улучшения у меня остался. В URL-адресе страницы отсутствует фокусное ключевое слово. Во-первых, что такое ключевое фокусное слово? Сейчас я вам поясню. Вот сюда оно прописывается. А, то есть это сделать будет нельзя, если у нас русскоязычный сайт. Потому что iOS SEO не понимает русский и транскрипцию. То есть я пытался загнать а, вот сюда вот. Ключевое, фокусное слово. Давайте по порядку. То есть в остальном все у вас должно быть идеально, кроме вот этого момента. Остальное, смотрите, у меня все хорошо. Все настроил я. Как и на этой вкладке, да. Никаких проблем, так и здесь. Так, ну и давайте здесь, значит, по порядку. С читабельностью вроде разобрались. Просто читаете, какие здесь есть проблемы в вашей статье, и исправляете. Здесь кстати вот это вот сниппет кто не знает что это такое это у нас выдача то есть вот я в google вошел вот это вот а выдача да то есть когда выдаются всевозможные запросы сайты по вашему запросу которого вбили в поиск google или яндекс неважно и вот они вот это вот есть сниппет и мы можем прямо здесь на сайте его видеть да как он выглядит причем мы можем Менять. Вы помните, мы с вами настраивали автоматический подхват заголовков. Если мы кликнем прямо по заголовку, то вот здесь вот мы можем. Видно, что здесь вот у нас, видите, стоят переменные, да, которые автоматически вытягивают то, что мы пропишем вот здесь, вот в заголовке. И то, что пропишем в описании, можно сделать так, чтобы автоматически подхватывалось вот сюда, да, то есть в снипет. Но вы можете при желании вот здесь просто написать вручную снипет и причем смотрите здесь подсвечивается, видите, оранжевый индикатор, это значит заголовок слишком короткий с точки зрения SEO. Вы пишете, пишете, пишете заголовок, пока индикатор не зайдет вот так в зеленую зону. Или если он будет слишком длинный, он тоже будет подсвечиваться, видите, оранжевым. То же самое и здесь. То есть если у вас возникнет вопрос, какого же должен быть длины вот этот метаописание, вот здесь вот все у нас понятно, все у нас с подсказочками. Как только здесь разобрались, можно нажать на кнопку «Закрыть редактор сниппета». Также здесь есть иконки «Предпросмотр», то есть это сниппета на компьютере и как он будет выглядеть на мобильном устройстве. Я предполагал сначала, что вроде как можно задать разный сниппет для мобилки и для планшета, но поменяв сниппет вот здесь вот в мобилке, он у меня также поменялся и на компьютере. Не совсем я разобрался, что это обозначает. Сначала думал, вряд ли это сделали, чтобы только посмотреть, да? То есть вот это переключение иконок, посмотреть, как будет выглядеть сниппет на мобилке или на компьютере. Также читаем здесь вот подсказочки. То есть даже если у вас не удается исправить все вот эти вот э, улучшения, там анализ, э, следите, чтобы у вас главное вот сюда, вот, вот в эту область, все зашло в зеленую зону. Тогда, в принципе, уже этого достаточно, чтобы отправить статью на сайт, да, ну в интернет. Теперь важный момент. Фокусное ключевое слово. Что это такое? Это не Keywords. Сразу вам говорю. Keywords у нас отключен, он здесь не работает. По данному ключевому слову, US SEO анализирует то, что вы написали здесь, статью вашу. И чтобы фокусное ключевое слово зашло нормально, оно у вас, конечно, здесь будет подсказочки у вас, но я вам от себя скажу. Вот сюда вы должны прописать из вашей статьи главное ключевое вхождение вашей темы, то есть вашего главный ключевой запрос. И он должен обязательно фигурировать как в заголовке здесь, то есть вы должны его так написать, чтобы он, во-первых, был в первую очередь читабельным с точки зрения человека, да, не просто набор тут слов, а чтобы он сюда реально входил. То есть он должен находиться в заголовке, он должен встречаться в описании, он должен встречаться в заголовке H2, это с точки зрения SEO, да. И даже если у вас есть картинки, нужно загнать ключевое слово в атрибут Alt. То есть он будет вам подсказывать плагин, что атрибут Alt не входит в него э, фокусное слово. То есть, вот это слово, ваш главный ключ данной записи, да, должно вот так вот фигурировать. Вот вы видите, как у меня это выглядит. Это не одно слово, это может быть несколько слов. И здесь есть еще такая фича. Это статья, ключевое содержимое. Если у вас много статей на одну тему, то вы можете главную статью, то есть, если есть такая статья, главная по одной теме. Здесь нажать э, просто эта статья ключевое содержимое. Но у меня сейчас сразу вот здесь, вот видите, SEO горит оранжевым вот здесь, вот. Не зеленым. Потому что у меня такая статья только одна. ее SEO это видит. И сразу вот здесь вот высыпались проблемы. Поэтому я здесь это не задаю. Вы это используете только если у вас много статей на эту тему. Также здесь система US SEO будет ругаться, если нет внутренних ссылок. И даже нужно поставить вот одну внешнюю. Я вот одну внешнюю поставил. Казалось бы, что вес сайта уходит, но с точки зрения US SEO он говорит, что должна быть одна хотя бы внешняя ссылка. Но она у вас в любом случае будет, там, я не знаю, видео урок с YouTube это уже внешняя ссылка. Да? Так что вот этот момент учитывайте. Причем здесь анализ. Записи, видите, сразу а, в реальном времени начинают показываться, сразу проблемы сыпятся. Единственное, только если вы вот здесь в статье что-то будете менять, чтобы подогнать ее с точки зрения SEO-оптимизации и посмотреть, что скажет плагин ее SEO. Вот когда вы здесь в редакторе текст какой-то добавите, то нажмите вот здесь вот обновить. Возможно, сразу он не покажет результат. А вот такие вещи, вот видите, я убираю галочку, он сразу показывает. Движемся дальше. Здесь есть такая иконка социальных сетей. Кликаем сюда. Смотрите, здесь лучше заполнять для Facebook и для Twitter. То есть непосредственно для этой статьи заполняйте заголовок для Facebook. Можете, конечно, скопировать его отсюда, взять. Но если вам вдруг это нужно, здесь можно здесь синоним слова повесить или какой-то еще SEO-заголовок для данной записи. Описание пишем. И обязательно большое изображение. Вот здесь вот показано даже 1200 на 630. То есть в идеале вам нужно подготовить. И где это сработает? Если у вас здесь выводятся социальные кнопки, э, вашей записи, то кликнув по социальной кнопке Facebook, поделиться этой записью в Facebook, это может нажать вы или любой пользователь вашего сайта, да, то есть кто зашел, как раз таки такая вот картиночка там будет показана очень красиво, именно большая, с этим описанием и с этим заголовком. Желательно это заполнять. Также Twitter. Тоже здесь видите. Все показано, какой размер должен быть, и описание, и заголовок. Далее мы переходим с вами на вкладку «Дополнительно». Кликаем на эту шестереночку. Здесь Meta Robot Box. по умолчанию индексируется данная статья. Можно выбрать индекс Noindex, то есть для Яндекса noindex значит попросить поисковый робот Яндекс не индексировать данную статью. Также метод tag robots follow nofollow это для Google. Если переключаем вот сюда, то Google не будет индексировать данную статью, ну не будет переходить по данной статье. Также здесь мета робот мы не трогаем, если хотим, чтобы это индексировалось дальше. Заголовок для мякиша, то есть это перевод не совсем корректный. А смотрите, это хлебные крошки. С точки зрения SEO, вот когда мы заходим в развернутую статью, у нас вот это называется мя мякишем. То есть название именно статьи, вот этот последний элемент э хлебных крошек. С точки зрения SEO, именно название один в один с этим заголовком не очень хорошо. И у вас есть возможность в каждой статье менять вот этот мякиш так называемый. То есть именно вот это вот окончание хлебных крошек. Но как его нужно менять? Возможно, синоним э, вашего прямого вхождения, вашего заголовка вот этой да, статьи. Или, возможно, какое-то идущее рядом ключевое слово по данной вашей теме в данной записи. Да? Но я не буду, вот лично я не буду это заполнять, но просто слишком много телодвижений, да, но в идеале бы лучше здесь менять для каждой записи. Канонический URL мы не трогаем, он уже есть. Это поле мы URL меняем, если нам нужно указать какой-то другой урол. Так, вроде бы все рассказал, ничего не забыл. Здесь мы пробежали с вами, здесь пробежались. Главное, смотрите подсказочки все. Это очень занимательно, очень интересно. Вот мне лично что я себя чувствую настоящим SEO-экспертом благодаря этому плагину. И достаточно все просто и понятно, понимаете? Можно очень легко все настроить, и с точки зрения SEO у нас будут очень крутые посты. Мы все будем знать, да, что статья должна быть там 300 слов, например. Какие должны быть расстояния, да, этих абзацев до заголовков. Что такое фокусное ключевое слово, мы теперь с вами знаем. И... Все будет проще, намного проще с данным плагином. Это просто подарок. Большое спасибо заработчикам, что он не платный, да, то есть есть там премиум-версия, конечно. Но большинство функций это все бесплатно. И я этому очень рад. Скажем, на Joomla такую вещь 100% будет стоить немалых денег, чтобы это установить и пользоваться. На этом данный урок закончен. Надеюсь, для вас он был полезным, хотя для новичков, скорее всего, он будет достаточно сложным. Если будут вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Если будет слишком много вопросов, возможно, сделаю еще одно видео, более поясняющее. На этом здесь все, и до нового видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум-тему для WordPress? Премиум-темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум-тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorvasilev.ru, адрес который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню вход регистрация, вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка, еще нет учетной записи, вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту, прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча, защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем ⁇ Регистрация ⁇ Почти все готово. После обновления страницы, практически сразу, вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо, видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу fedorvasiliev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. Премиум тема ВП, значит WordPress в подарок. Успешно отправлено по адресу, то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube или почта указана на сайте на моем fedorvasiliev.ru. Пишите мне на почту, и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму «Премиум тема ВП в подарок» и вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку WordPress и получить премиум-тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да. И нажимаете ниже кнопку ⁇ Сохранить изменения ⁇ С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме. После нажатия на кнопку ⁇ Сохранить изменения ⁇ письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут. Если письмо не пришло, проверьте папку ⁇ Спам ⁇ Если и там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Jumble, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга ⁇ тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второе очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – три месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45 процентов. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.